Ну вот, смотрите, что получилось. Так, ой, что так? А, вот. Нет, я еще не доехал. Это половина. 55,98. Так что, ну, половину дистанции проехал. Знаете что, я хочу показать настоящее украинское село. Не то, которое вам показывает, ну, вот эти вот разные мелкие жулики, а вот настоящий. Не, он Жигуленок проехал, никто не спорит. Никто, абсолютно. И другое. Вот это вот настоящее украинское село. Самое-самое. Вот. Вот. Это вот настоящее украинское село. Вот за такими селами будущее. Ну да, есть. Нет, здесь тоже есть старые хатки, которые разваливаются. Ну и что? Ну и что с того? Как видите, все меняется. Ничего не бывает вечно. Но вот это вот настоящее село. Понял? А вот когда начинают показывать убогих бабушек, дедушек, это не село. Это уже то, что никого не интересует. А вот это настоящее. Вообще, по большому счету, проехал хорошо, жарковато. Ну, думаю, что сотку спокойно проеду. По лесу тоже ехал, по асфальту тоже. Понимаете, сотку по грунтовкам нет. Но это, ребята, уж слишком. А так, да, действительно. Интересно. И, как видите, можно реально посмотреть, как живут ну, настоящие украинцы. А не то, что вам стараются навязать. Правда разница? Большая разница. Еду дальше. Это еще не конец. Еще ехать и ехать. Пока.